Во Франции скончался Морис Барье, Морис Берре. Известный актер ушел из жизни в возрасте 87 лет от последствий COVID-19. Сегодня стало известно, что от коронавируса нового типа умер французский актер Морис Барье. Он был госпитализирован несколько дней назад в городе Монбар с болезнью легких. При этом его племянник Жереми Манис утверждает, что заражение произошло именно в клинике. Он заразился COVID-19 в больнице, где проходил лечение, написал Манис в Твиттер. Прощание с Барье пройдет 15 апреля в городе Семюран-Ассуа, на востоке Франции. За время карьеры актер снялся в более чем 50 картинах, среди которых «Беглецы», «Папаша», «Двое в городе». Его партнерами на съемочных площадках становились Ален Делон, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен и другие звезды. Популярность Морису принесла роль Шаперона в комедии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке». В 90-х годах артист увлекся театром. В 1998 году он получил премию Мольер за игру в спектакле «12 разгневанных мужчин». Барье также участвовал в мюзиклах «Абракадабра» и «Отверженные». Ранее коронавирус унес жизнь принцессы Марии Терезии де Бурбон-Парнской. Двоюродной сестре испанского короля было 86 лет. Недавно от заболевания, связанного с COVID-19, скончалась 89-летняя звезда итальянского кинематографа Лючия Боза. Она выигрывала конкурс «Мисс Италия» и снималась у Феллини. В больницу с двухсторонней пневмонией оказалась Надежда Бабкина. Врачам пришлось вводить певицу в искусственную кому. В коммунарку попал и телеведущий Александр Васильев. Историк моды уверен, что заразился от Бабкиной.